Всем привет, и сегодня я научу вас тому, как делать такие же картинки, какие я, ставлю на свои видео. Все очень просто. Надо зайти вот на этот сайт. Ссылочка будет в описании, не волнуйтесь. Да. Так, выбрать нам подходящую картинку. Вот эту вот картинку возьмем. Самую простую, это вот эту вот. Далее мы тут пишем ники наших игроков. Допустим, так. Я вот напишу здесь свой ник. Нажимаем вот сюда, чтобы, поменять скин. Также вы можете скины тут случайные, которые тут вот попались, выбрать. То есть скины тут даже знаменитого летсплейщика есть иностранного. Ну ладно. Короче, сейчас тут выберем скин Димы. Frozen. Flame. 25. Как бы картинка уже готова. Ну, как видите, у него теперь наряд, такой более осенний. Я скоро тоже поменяю свой скин. Выбирайте себе разрешение, лучше всего, конечно же, то разрешение, которое является, размером вашего экрана. У меня вот такое вот разрешение. Так. Тут, кстати, синим помечено, что какое разрешение лучше всего подходит под ваш размер экрана. Так, подождем немного, надо подождать. Так, типа сейчас все будет. Все. Так, далее наверху страницы вот появляется вот такая вот тоже картинка. Вы можете ее сразу скачать, а можете там выбрать, пока что что-нибудь такое. Допустим, покрасить, кстати, ее немного. Допустим, вот эту вот возьму. Рассвет в аду. Гениально просто. Просто это называется рассвет. Эффект рассвета. Давайте сейчас подождем, пока что установится. Как бы так неплохо. Лучше я поставлю-ка все как раньше. Так, поставить можно, снова дефолтный, конечно же. Как видите. Можно вообще черно-белый сделать, типа по телевизору старому смотрит. Так, выбираем формат. Меня больше впечатляет PNG. Это я, если что, тоже пытался записывать. Вот. Нажимаем download, либо edit, если хотите, вы там его отредактировать, если хотите. Либо, вместо того, чтобы нажимать... Нет, не получится, ладно. Вот, короче, download, нажимаем. И вот все, у нас закачалась картинка. Давайте посмотрим на нее. Вот и все. Вы эту картинку можете поставить себе на рабочий стол или, допустим, на... как я уже делаю, на видео ставить, как заставку. Либо как шапку для канала использовать, для шапки точнее. Дима, короче, на своем канале уже все объяснял, как делать шапку для канала. И объяснял, как делать скин, короче. Так что, вы поняли. В общем, теперь как делать картинки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте. Пока-пока.